Порядка 700 членов Народно-демократической партии «Аул» наблюдали за ходом референдума 5 июня. На избирательных участках нарушений не выявили, сообщил глава партии Али Бектаев. По его словам, общенациональный референдум прошел честно и прозрачно. Отныне ожидается, что в Казахстане появится множество партий. И это, в свою очередь, усилит политическую конкуренцию, заявил Бектаев. Уменьшается количество депутатов мажилиса. Было 107, сейчас будет 98. И это тоже усиливает конкуренцию, тем более политическую конкуренцию среди партий. И 30% из этого состава будет избираться прямым голосованием населения. Это также усиливает политическую конкуренцию. Поэтому реформа, конституционная реформа накладывает очень большую ответственность, большие усилия, большую политическую борьбу среди политических сил именно на место мажилиса.